осталось пройти последнее коллективное испытание. Встречайте Яна Чурикова, Гоша Куценко, Александр Устюгов и Алексей Панин. Слава Богу, ты пришел! Но тут, в общем, вопросов нет. А что-то типа сельский час? Или колхоз звезд? Звездный колхоз. Ну, вы все удались, но некоторые особенно. Сейчас миллионы женщин наконец увидели, как выглядел бы Гоша с волосами. Ну, не буду вас задерживать, пойдемте, тут недалеко. Соседняя улица. Вот прям здесь. Уходи. Но не будем оттягивать удовольствие. Есть кто? Есть. Друзья, молодец. Пожалуйста. Здрасте. Да. Слава богу, вы пришли. Бьем пчелом. Хоть куда бы делись-то, вы ж крепостные. Куда сел-то, а? Аль бежать-то надумали, а? Кого спрашивает-то? Он не мой. Не мой? Да. Да не мелу. А как ругаться на Матрёну, ты не мой, да, опять? Да не мой. Он же на пальцах ругается, бесшумно. Бежать, что ли, надумать, да? А ты что, Матрёна, в сторону смотришь, а? Ничего. Ты не бил он меня. Где? А? Где, я спрашиваю, говорю, где любил? Я говорю, не бил. А, не бил. Понятно. А что это ты, красавица, вчера к амбару не пришла? Ты не красавица волосатая, чудовище. Я говорю, она. Она с ним была. С ним была. Ой. Ладно, сеть давай. Сели, говорю, Матрёна, давай. Время полдничать. Куда давать-то? Вот ему да. Давай-то. Подожди. А он что? А он что? Мужик стоит, сидит, я, баба стоит. Сидеть не могу, пороли меня вчера. Ладно, говорю. Вот и стой. Садись, Матрён. Давайте полночек. Где мои блины? Блины мои, говорю, где? Семён съел. Мы ему говорили, барин, не ешь, а он съел. Да чтоб ты пропал, а? Ой, вот снова я без полника. Терпение мое на пределе. Давай обрадуйся, кто хуже всех обладается, плетей выпишет. Давай, Матрён. Ну, не пришла я к амбару-то. Так. Так нет амбара-то того. Это Семён виноват. Ну-ка, давай ты обрадуйся. Пусть Семён говорит, на пальцах. А что он говорит? Я тебе сам за него скажу. Пусть он говорит, а я переведу. Эй, ты, звонкослышащий. Давай, оправдывайся. А что сделали-то? Блинов не принесли, что сделали-то? Наполник мне. Так амбар сгорел же. Так, понятно. Оправдываться не умеете, как бедокурить мастера. Понятно. Ты, Прошка, скажи мне, пожалуйста, какого дьявола с Терентьичем третьего дня драку-то затеял, а? Виноват, барин. Оправдываться тебя раньше просил. Виноват, барин.
Ты, я говорю, чего с Терентичем драку-то затеял? Виноват, а? Барин. Эй, крепостные, я ж когда вас покупал, вы не умалишенные были-то, а? Матрён, ну-ка расскажи, что он с Теренчем драку-то затеял? Плачь-то хорошо, я знаю. Я говорю, чего он с Теренчем-то драку-то затеял? Так из-за амбара же. Теренч сам виноват. Так, ну-ка. Ну? Рассказывай. Он... Степан, не мой. Матом его выругал. Культурно выругал. Культурно. Не как всегда. Но тот обиделся. Вот. А потом пришла я и сказала... Матрён! Матрён! Да прости, Господи, это Теренч, 90 лет-то было, а? Ну что, ну тебе-то он чем не угодил-то, а? Я спрашиваю, да сядь ты, говорю, уже. Да я сама уж не девочка, чай, барин. Ой, девочка. Теренч-то не мой, бездвижный, чем мешал-то, Господи. Вот они с ним и разговаривали вечерами. А, чё акаешь-то, а? Лыбится все, акает. Где мой рысак, а? Скачет там. А я тебе что велел с ним сделать, а?